Видите, коробочки 25,5. 25,6. 26. 25,0. августа, короче, 16:30, начинаем наш трип с аэропорта Эйндховен. Едем сначала в Декич, Декатлоныч, а потом едем в Лидлич. Он же Лидл. Да. Ну и вообще, какой у нас план? Доехать до Амстердама. До Амстердама, до Берлина, Берлина до Варшавы, через Познань. Трасса всего около 2000 километров, плюс-минус. Да. Я надеюсь, нам удастся. Ох, блин, на стенах. День второй, 19-е. О, встали, 7 утра. Короче, вам клево. А, ты закрытый, блин. По дороге в Амстердам. Короче, у нас приключение. И вот видно первый, да. Колючка. Да, блядь. В общем, да, как я и думал, это там. Короче, у меня пока без пробития. О, лучше так, такие вещи лучше на камеру с вами говорить. Пока без пробития. Это да. Правда. Голландия просто прекрасна. Ехали дословно 4 километра. И просто покрышка взорвалась. Покрышка, говорю, это камера. Бах! Скорее всего, потому что она хорошего очень качества из Декатлона, нет? Декича самые клевые, блин. Сейчас нас ждет переправа через паром. Будем ехать паромом. Правда, кусочек маленький. О. Наш первый паром. Наш коротенький. 2,80 евро. За минуту.
Короче, делаем привал. Обед. С чайком. Чаёчек. Заварочка. А тут, блин, заварочки. Ну это цейлонский, да, ты покупал или это? Ну да, да. Это чай, блядь, как мы любим. Эль-грей. Как доктор прописывал, блядь, в детстве. В чайную лавку заехали. Решили подъехать к каким-то мельницам. Если честно, какой-то музей. Наверное, мельниц. Это у нас старый мост раздвижной. Прикольно. А в Голландии вообще все прикольно. Итак, где мы? А мы в Амстердаме. И вот мы в Амстердаме. Я так понял, это берег Амстердама. И сейчас будем через него проезжать. Целый Амстердам будем проезжать на кемпинг. Ближе подъезжаем к центру. А сейчас проезжаем какой-то знаменитый музей. Всем привет, день третий вылазил из палатки. Сегодня в кемпинге ночевали. Коллега Анжи. Еще собирается вставать. Еще надо вставать. Да, что вставать? Давай, мокрая. Изнутри вставать.
Ну, не то, что да. А это такая кухонька здесь. Чаёк, кухня. Сюда вставляют, куда учишься. Супец ты уже присмотрел, конечно, для... Я так понял. Это пизда, да, супец. Очередной обед. Обед у нас по-хорошему. Мучик. Мучик. Все как любим. Ну, я новый в этом деле. Ем иногда. Ой. Обедик. Выглядит. Так выглядит обедик. Макарошки. Спонсор этого обеда Lidl. Голландия, Голландия. Просто чудесно ехать по красивой и созданной для велосипеда и велосипедных дорог и для людей вместе с природой и животными. Коллега Андрей тоже довольный, блин. Ага. Ехать в Голландии, слушать всех там, обалдеть! Альпаки. Осталось там до кемпинга где-то около 10 километров. Заселились мы, наверное, в последний кемпинг в Голландии. Завтра нам предстоит 50 километров где-то до границы германской. Ну, а потом, будем двигаться в сторону Берлина. Deutschland, Deutschland. А вообще кемпинг вообще бомба. Самые маленькие, такие самые крутые, которые просто обычные где-то хозяев. Всем привет. У нас наступил день четвертый. А, к сожалению, у нас сегодня идет дождь. В
потихонечку собираемся. И сейчас будем через 1.5-2 часа выезжать в сторону Нюмец. Ну и вот закончился у нас третья ночь в кемпинге. Прошел дождь, светит солнце. Сорян за слава суп. Памперсы, бля, ну, по-другому не получится. Прикольный кемпинг, офигенные люди. Слава, как всегда, успел пообщаться. Как говорится, с старичками. Да. Как пока проехали 27 километров. Короче говоря, идем отдохнуть, посидеть, подумать. Уехал, короче, и потерялись. А, вижу. Блин, слушай, что у меня на бипаке? Он там шарится в парке, да. Ну вот мы подъехали к границе Немец. Как раз коллега уже на месте отдыхает. Republic Deutschland. Вот как бы. Вот так. Ну и мы как раз уже в Германии ехали. Сейчас будем, короче говоря, пересекать целую Германию вдоль. Едем по Германии. И тут вот так.